Так, ребята, продолжаем. Не забывайте про подписки, лайки и все остальное, что вы можете мне дать. Еще репост ВКонтакте. Серия выстрелов. Выбрав пистолет, нажмите треугольничек несколько раз для серии выстрелов по выделенным целям. Кастельман наносит противникам меньше урона, но позволяет прерывать их атаки. Черт возьми, это же круто. Свободу, Грота! Паруса отдать! Круче к ветру! Вам брамсели! Круче к ветру! Рифить всем от себя! А мне кажется ли это новый остров? Ну, его охраняют еще к тому же. Это вот Насау. А это что, кстати, что это за острова? Письмо. Это неизвестно. Куча неизведанных локаций, ребят. Тут что есть? Шлюпка. Фрагмент. Анда, мы же тут были. Еще... Мне так удобнее. Лисели поднять! Ловим склад! Ловим, ребята. Где? На САУ переместиться, отказаться. В обратную сторону, парни. Корабли перестрелятся на испанцев, англичан. Для фана. Идеально. Я бы на САУ, конечно, больше доплыть хотел. А, понятно, там уже перенос будет. Марселя! Брамселя! Бом, Брамселя! Марселя! Вот теперь, да. Отправляемся в Насау. А Тартуга тебя не устраивает? Джеку Воробью нравилась Тартуга. Вполне. И нам нужно отправиться туда, чтобы прям вообще зрелищно было. Да. Насау, Багамы. Давай, капитан Вонючка. Скажи, что я арестован. Ну скажи! Твои братья? Давай, беги, псина, беги к хозяину! Кто? Да, мы все были приватирами, пока шла война. До встречи! Насау, мы прибыли. Это что? Капитан Порт, купить улучшение для галки с радостью. Плавающий груз. Я думаю, нам на башню надо в первую очередь, чтобы хотя бы что-то видеть. А то пока что ходим вслепую. Это, так сказать, уплыть в мир. Капитан Порта. Только торгуешься с корабля, я капитан корабля вообще. А, я, видимо, неофициальный капитан. Я не зарегистрирован. По стандарту какому-нибудь. Бому. Мое. Далее, что нам, что может потребоваться?
Контракт на убийство. Это выглядит интересно. В запрещенную зону пока лазить не будем. Но с тем количеством локаций, которые я видел, игра обещает быть долгой. Флаг как-то очень странно меняет свое положение. Но здесь на английском говорят. Принять контракт. Пиратов. Ну да, тут как бы к тамплиеру вроде бы еще мы не нашли, по крайней мере. Черт возьми, как что за... Ладно, с крыши попробуем. Через окно. Давай, парень, прыгай на окно. Черт возьми, я не это хочу. Меня действительно смотрит как на псих, потому что я повторяю одни и те же действия. Ну вот, наконец-то смог. Кстати, да, ХП у нас выросло. Ну да, мы же обновлялись. Мы же прокачивались. Так, золото. Да, пират, вам нравится меня атаковать, черт возьми. Бежим. Так, мне нужен, пока я сяду, лежу на земле, мне нужен план. Так, нам нужно открыть эту точку, чтобы лучше знать местность. Парни, слезьте с меня. Я понимаю, что было в каче, но слезьте. Это не знаю, гоняться теперь будут. Остров. Сто пудов. Сейчас с ним подраться. Пираты не любят, когда их капитана убивают. Я это заметил. Ну, все. Я свободен, я могу бежать и лезть наверх.
Бежим, ребята. Теперь на основное задание. Ну, после того, как мы опустошим все сундучки, которые найдем. А музычка хорошая. Открыт набор. А, нам надо набирать команду, ладно. Я кого-то там уже набирал. Клянусь богом, вот славная встреча. Ладно. Выпей с нами. Привет. О, Кенуэй. Друг. А это чёрненький. Кто? Адевали. Квартирмейстер Галки. Галка? Ты что, назвал свой брик в честь дурацкой птицы? Аде... Это лучшие люди здешней конфедерации. Эд Тэтч, Бен Хорниголд, Джеймс Кид. А ему можно доверять оружие? Тихо, Бен. Аде спас мне жизнь. Мы ищем людей, нам не достает команды. Ну, тут хватает ловких молодцов. Но осторожней. Недели две назад сюда пришел королевский флот. Расхаживают здесь, будто хозяева. Ясно. Посмотрим, что выйдет. Команда Галки. Данная шкала показывает силу вашей команды. Команда крайне важна при абордаже. Чем больше корабль врага, тем больше нужно людей для абордажа. Набирать команду можно двумя способами. Матросов можно нанимать в таверне. Также можно помогать пиратам, попавшим в беду. Я это уже делал. Нет, пират ходил. Так и обезоруживать стражу. Отправляй всех на Галку. Я найду им дело. Но он тоже счастливо. Мы за него поиграем в дополнение, которое выйдет. Да, сезонный пропуск обязательно надо купить будет. Когда у меня будет и деньги, и время. Убить. Это лучше. Мы живем, чтобы убивать. Сундук наверху, как я понимаю, нет? Нет, где? Он там внутри, значит. Сейчас внутрь надо войти. А, ладно, плевать. Так, ищем. Теперь ищем новую точку. Для грабежей и насилия. Мы
Жалко, что сундучок подобрать не могу. О, тут музычка. Да, наш, мне надоело, что мы там кореша поют скучную песенку, причем одну. Про испанских девочек, поэтому. Вот, у нас есть новая шанти. Ну, это английское поселение, явно. Насао — это английская территория. Стелс, ребят. Идем сюда. Освободим еще. Вот так, 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 не-не-не-не. Так, мы никого не освободим. Меня не видят, меня не видят. Ой! Чё, почему я не смог залезть на башню? Нет, мне нужно забраться туда и... А сундук внутри, кстати. На каком языке ты говоришь, на французском? Которого я не знаю. Да, сюда залезть несколько сложнее, чем в другие места. Зато какой обзор! Какой обзор! Хороший вариант. Ты залезть выше можешь? А, ладно, не хочу думать, как туда забраться. Банально, не знаю, я не хочу этим заниматься. Я не люблю лазить и добывать сундуки. Когда я проходил Лару Крофта, был еще очень давно на другом канале, ребята. Колокол, а что будет, если я в него позвоню? А давайте узнаем. Давайте узнаем, что будет. А, это пугало, ребята. Пугало английский солдат отпугивает ассасинов. Нет, потому что ассасинов это дальше не отпугивает никак. Просто мне интересно, что будет, если я в колокол позвоню? Испортить. А, чтобы... Понятно. Впечатление. Ладно. Жестче.
Стрелки в ближнем бою просто бесполезны. И вы же это знаете. Что-то все равно лезете. Так, давай, ХП, восстанавливайся. Почему ты... Что? Почему? Я же первый. Я же лучше. Так, мы еще не всех наняли пиратов на свете. Значит, мы должны нанять еще. Вот еще парня. Убийство совершим потом. Отправляй всех на галку, я найду им дело. Счастливо! Не знаю, звучка мне очень нравится. Вообще все классно. Мне приятно, что сохранили английские голоса и испанские там где-то нужно. Черт возьми! Он был с крыши. Это моя ошибка, правда. Как моб не зарабатывает? Все любить с 5. Что, это неплохо? А тут вообще все чисто. Они просто появились в тех местах, в которых не были. То есть в которых были раньше. Паш плюс 4 человека и повторная попытка. Что-то... А, понятно, вот где было сокровище в подземелье. А что, что тут еще есть? Классное место, подземелье под городом. Кто бы мог подумать? Ну, не то чтобы это прям огромное подземелье, но все равно. Выбирай! Суд или ближайший фонарь? Давай, повешаем. Я понимаю. Тянись дьяволу в задницу, канале! Ну все, готово, всех освободили. Грация, благодарю. Теперь я ваш капитану. Ваш? А, блин, последнего человека осталось найти. Так странно. Ладно, кто у нас еще не разведан? А, вот эту точку мы еще, кстати, не разведали. Пойдем туда, в любом случае, нам по дороге. Ну как? Все кругом да кругом. Так, бум, синхронизация. Узнали еще больше об окружающей местности. Будешь на корабле в радости или в горе. Да я фок от грота не отвлеку. Нет, не поможет в любом случае. Чисто я один. Все, наняли. Одни черные что-то есть. Выручили, сэр. За Джеком не пропадет. Спасти пирата, перебив веревку пули. Лады.
И где это находится? Давайте, может, в следующей серии, а то как-то эта серия уже затягивается.